Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь ко мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде сущий и весь мир наполняющий, Источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Не находя себе никакого оправдания, мы грешные, приносим Тебе, как владыке, эту молитву, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, ибо мы на Тебя уповаем. Не прогневайся на нас чрезмерно, не вспомни беззаконий наших, но склони на нас взор Твой и ныне, так как Ты милосердный, и избавь нас от врагов наших, Ты ведь Бог наш, а мы люди Твои, все дела творения рук Твоих, и имя Твое призываем. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Открой нам, благословенная Богородица, двери милосердия Божия, чтобы мы на Тебя, надеющиеся, не погибли, но избавились с Тобой от бед, ибо Ты – спасение рода христианского. Боже вечный и Царь всякого создания, сподобивай меня дожить до настоящего часа. Прости мне грехи, которые я совершил делом, словом или помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверны плоти и духа. И дай мне, Господи, этой ночью мирный сон, чтобы, встав с моего смиренного ложа, я служил Твоему Пресвятому имени во все дни моей жизни и поборол одолевающих меня врагов плотских и бесплотных. И избавь меня, Господи, от суетных помышлений, оскверняющих меня, и от похоти лукавых. Ибо Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержитель, Слово Отче, совершенное во всем Иисус Христос, по великому милосердию Твоему никогда не покидай меня, раба Твоего, но всегда пребывай во мне, Иисусе, добрый пастырь, овец Твоих. Не предай меня крамольному змею и не оставь меня на волю сатаны, ибо во мне есть семя тления. Ты, Господи Боже, которому поклоняются Царь Святый Иисусе Христе, сохрани меня во время сна немеркнущим светом Святым Твоим Духом, которым Ты осветил учеников Твоих. Дай, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разумения Святого Евангелия Твоего, душу любовью ко Кресту Твоему, сердце чистотой Слова Твоего, тело мое Твоим страданием чуждым страсти, мысль мою
сохрани Твоим смирением и воздвигни меня в надлежащее время на прославление Тебя, ибо Ты препрославлен с безначальным Твоим Отцом и Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи Боже наш, все, в чем я согрешил в день сей, словом, делом и помышлением, как добрый и человеколюбивый, прости меня. Дай мне мирный и безмятежный сон, пошли Твоего ангела-хранителя, укрывающего и сохраняющего меня от всякого зла, потому что Ты – хранитель наших душ и тел, и Тебе славу возносим Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Которого веруем и имя Которого чаще всякого имени призываем, дай нам, готовящимся уснуть, отдых душе и телу, и сохрани нас от всякого мечтания и скверного пожелания, умиротвори волнение страстей, угаси плотское пламя, дай нам целомудренно пожить как в словах, так и в делах, чтобы мы, усвоив добродетельную жизнь, не отпали от обещанных Тобой благ, ибо Ты благословен во веки. Аминь. Может, кто-то желает почитать, есть? Господи Боже наш, Ты благий и человеколюбивый, прости мне все, чем я согрешил сегодня, словом, делом или помышлением. Дай мне мирный и безмятежный сон, пошли Твоего ангела-хранителя, укрывающего меня от всякого зла, потому что Ты хранитель наших душ и тел, и Тебе славу возносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Виктор, помолишься с нами? Шестой молитвой. Давайте я почитаю. Давай, Наташа. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ. Господи, избави меня от вечных мук. Господи, прости меня за все, в чем я согрешил, умом или помышлением, словом или делом. Господи, избавь меня от всякого неведения, забвения, малодушия, бесчувствия. Господи, избавь меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, омраченное лукавым желанием. Господи, я как человек согрешил, Ты же как Бог щедр, помилуй меня, ведь я немощь моей души. Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, пиши меня, раба Твоего, в книгу жизни, и даруй мне благую кончину. Господи Боже мой, если я ничего доброго не сделала пред Тобою, то даруй мне по благодати Твоей, положи доброе начало. Господи, окропи сердце мое росою Твоей благодати. Господи, небо и земли, помяни меня, грешного раба Твоего, скверного и нечистого в Царстве Твоем. Аминь. Аминь. Господи, прими меня в покаянии. Господи, не оставь меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дай мне благую мысль. Господи, дай мне слезы и память смерти и умиления. Господи, дай мне мысль исповедовать грехи мои. Господи, дай мне смирение, целомудреннее послушание. Господи, дай мне терпение, великодушие и кротость. Господи, утверди во мне корень благ, страх твой сердцем моем. Господи, сподобай меня любить Тебя всей душой моей и умом моим, и во всем творить воле Твоей. Господи, защити меня от злонамеренных людей, и от бесов и страстей, и от всякой другой неподобающей вещи. Господи, знай, что Ты творишь, как желаешь, да будет воля Твоя во мне грешном, потому что Ты благословен во веки. Аминь. Аминь. Блага был Царя, благая Мать, Пречистая благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами направь меня на добрые дела, чтобы прошлое время жизни моей я провел беспорочно, и Тобой обрел бы рай. Богородица Дева, едина чистая и благословенная, а ангел Божий, хранитель мой святой и покровитель моей души и тела, прости мне все, в чем я согрешил сегодня, и избавь меня от всякого коварства противника моего, не прогневав я Бога ни в каком грехе. Моли за меня грешного и недостойного раба, чтобы явить меня достойно благости и милости Всесвятой Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты среди жен, и благословен плод чрева твоего, ибо ты родила Спасителя душ наших. В руки твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю душу мою. Ты меня благослови, ты меня помилуй, и жизнь вечную даруй мне. Аминь. Огради меня, Господи, силой честного и творящего твоего креста, и сохрани от всякого зла. Да воскреснет Бог, и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его, как исчезает дым да исчезнут, как тает воск от лица огня, так да погибнут бесы от лица любящих Господа, осеняющих себя крестным знамением, и веселье возглашающих, радуйся всеславный, творящий крест Господень, прогоняющий бесов силу на Тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, сошедшего в ад и вобравшего сил дьявола и даровавшего нам свой честный крест для изгнания всякого супостата. О, всеславный, творящий крест Господень, помогай мне со Святой Госпожой Девой Богородицей и со всеми святыми во веки. Аминь. Аминь. Боже наш, милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, и которых предаем на Твое попечение и защиту, вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобой, удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добродетельно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравие душевное и телесное, успех в трудах. Избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых, беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили единородным Твоим Сыном и животворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Боже наш, воззри на детей наших, ниспошли на них духа премудрости, разума и благочестия. Просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели и усвоили изучаемые ими предметы и употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним и во свое спасение. Потому что Ты – источник премудрости, и Тебе славу возносим всегда ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, наш милосердный Бог и Иегова. Алла, Отче, услыши молитву нашу, помилуй и прости меня грешного, тайное и явное в уме помышлении, во дни и в ночи, во все дни жизни, великие и малые мои грехи прости, и соблазн, который я подаю ими, где я падал и вставал, Господи, но благодарю Тебя,
что никогда не давал мне отчаиваться в спасении. Слава Тебе! Это помощь Духа Твоего Святого и молитва святых. Хвала Тебе! Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за день, в который даровал мне веру Твою святую, страх Божий и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за день, в который дал мне Твою святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Есть желающие читать поклонные? Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божья, благодарю Тебя, покроем афором любви Твоей, в скорбях, печалях и тесных обстоятельствах Ты помогала мне, спасала от позора, поношения, посрамления, отступничества и измены. Хвала Господу нашему Богу за ходатайство Девы Марии за род человеческий. Дивная заступница наша Дева Мария, благодарим Тебя. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Добрый мой ангел, благодарю Тебя, что столько лет Ты защищал меня от видимых врагов и невидимых злобных духов, которые могли погубить бы сразу. Без покаяния не отпусти из жизни. И в транспорте, и всюду, на работе Ты хранил меня. Благодарю Тебя, ангел, и в смертный час не покинь. Когда душа моя будет разлучаться от тела, и на мытарствах проведи душу мою, и введи ее навеки вечное Царствие Небесное. Иоанн, Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Иоанн, Креститель, научи нас жить и в бедности, быть благочестивыми и довольными, довольствоваться пропитанием и одеждой, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономными, пользуясь и малым, и искать прежде всего Царствие Божие и правды Его, не бояться начальствующих и правителей грозных, не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать и устоять в верности Богу. Каждому дарует Господь жилье. И сестре Елень, святитель Христов Никола, мир Ликийский, чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Господи, слава Тебе за святителя Господня Николу, скорый помощник в деле, благодарю Тебя, ибо Ты слышишь молитвы о людях и о животных. Господи Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, милосердный, спаси нас, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Святые пророки, Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи Авраам, Исаак, Иаков, Ездра, Ниемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафоний, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил и Отроки, пророк Михей, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за святую Библию, за дивных пророков, которые, движимые Духом Святым, изрекли, записали, сохранили эти слова для нас. Исполни Духом Твоим Святым Церковь Твою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас спящими, но чтобы мы вышли навстречу Тебе
с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными лея добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы престола Божия предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первоверховный Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Господи, умягчи сердца правителей мира, да продлится еще мир, дай нам еще священника и место для занятия. Определи нашу участь, как Тебе угодно. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Иустин Философ, Косма и Дамиан, Андрей Стратилат, Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Танкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон и 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молить Бога о нас. Господи, укрепи сердца наши в слове Твоем, чтобы и малые дети верили искренно в Тебя, в гонениях и в искушениях. Не допусти до принятия антихристовых начертаний на тело и на правую руку, чтобы в скорби и печали никто не отошел от Тебя. Святые Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий Египетский, Макарий Александрийский, Антоний Феодосий, Корнилий Иов, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский. Все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да помилует и спасет Господь нас, да дарует нам жажду исследовать Священные Писания, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Дай нам любовь к Святой Библии, коснись сердец патриарха, митрополитов, епископов, священников, диаконов, всех, кто является служителями Твоими, всего народа Твоего, всех молящихся Тебе, Господи Боже наш. Даруй всем духовное рождение свыше и водительство Духом Твоим Святым. Научи нас заботиться о стяжании Духа Твоего Святого. Святые жены и девы Фёкла, первомученица Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья и Андриан. Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прескилла, Акила, Андроника, Юния, Киприана, Устина. Молите Бога о нас. Даруй, Господи, девам и женам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческих поруганий, нападений недобрых людей. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Благодарю Тебя, Господи, за исцеление мамы моей Валентины. Слава Тебе. Благодарю Тебя за друзей, которые молились Тебе об этом. Слава Тебе. Благодарю за общину нашу барнаульскую. Слава Тебе. За наставника Игнатия. Слава Тебе. За возможность вести занятия по слову Твоему. Слава Тебе. За все Тебе великая благодарность, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Найди сына сестры нашей Рахили, обрати его, сам знаешь, какими путями к покаянию, и сердце матери успокой. Слава тебе! Боже, милостив будь к нам грешным, создавший нас, Господи, помилуй нас. Без числа мы согрешили, Господи, прости нас грешных и помилуй. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Господи, прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Говори, Господи, слушают и дослышат рабы Твои. Аминь. Кто-то еще хочет помолиться? Аминь, спаси Христос. Слава Христу. Еще кто-то хочет, если помолиться своими словами, пожалуйста. Там это, Сергей за Вячеслава, там он хотел детишек своих, да и сам, видимо, покреститься по-настоящему. Ну, помяни, скажи там, чтоб Господь. Ну, давай молись. Господи, услыши отеческое попечение, отеческую веру Вячеслава и благослови его намерение и благослови это дело, истинное крещение вас для примирения с Тобой. Господи, да будет воля Твоя святая на Вячеслава и на всей семье его. Примири его с женой, даруй мир. Да будет воля Твоя, Господи, святая. Аминь. Аминь. А что у них? Благодарю за молитвы. Спаси Христос. Слава Христу. А что у них разногласия с женой какие-то? А, Виталий. Ну, там она так, кстати, когда... Она как-то узнала про Игнатия Тихоновича, все, и понесло Остапа. О ком ты говоришь сейчас? Ну, о его жене. Ты же про его жену спрашиваешь. Про жену Вячеслава? Ну да. Так нет, Вячеслава какого? Который из Англии? Из Англии, который? Да. Ну я его знать не знаю. Же... Не, ну как, он, я не знаю, он во всех группах, он просил помолиться, что вот он хочет покрестить детей троих и сам покреститься, если я не ошибаюсь. Ну, помоги, он Господи. Говорит, помолитесь, чтобы Господь, ну, благословил все вот это. А жена, ну, там она телефоны ставит там всякие. Ага. Ну, я не так понял, прости, да. Чтобы... Вячеслав какой у нас? У меня ассоциация с одним нашим Славой. Нет, Вячеслав, ну как, у нас есть Вячеслав Кращук, вроде фамилия. Он есть везде, он давно с нами как бы. Ладно. Он вышел на нас через Дмитрия Лемеша. Еще кто-то хочет помолиться? Наташа, Катерина. Давайте я помолюсь. Елена Пауэр просила помолиться за обращение ее детей Линды и Уалида. Господь Иисус Христос. Благодарю Твои страдания, кровь Твою, чистую и святую. Услыши молитву мою, преклони ухо Твое, обрати детей Елены, Валиды и Елены, дай погибнуть. Даруй, Господи, им жажду чтения Слова Божия, чтобы Евангелие, которое у них есть дома и толкование, трехтомник, чтобы у них появилась жажда открыть эти книги и почитать. Всех, кто заповедовал нам молиться, Господи, услыши молитвы, помоги Вячеславу, в чатах Господь благовестия, найди новые души,
которым мы услышали Слово Божие. Господи, возрасти в нас виноградник Твой, чтобы мы, ветви, приносящие Тебе плоды, чтобы мы не были как засохшая смоковница, которая не дает плоды. Да, Господи, благослови нас на доброе дело. Аминь. Господи, помоги и сохрани нашего брата Виктора, Иоанну, от торговицу Ангелину и Алфеюшку, и все, Господи, Барнаульской и Батьяновской, и все, приведи, Господи, истинно вере евангельской. Мне эти дети обратились к Тебе. Августин Блаженный, христиан не рождается, а христианами становится. Чтобы они через эти труды, которые им благословали Слово Божие, эти дети, обратились к Тебе. И имели веру евангельскую, такую, которая была им благословена. Аминь. Виктор, помолишься, Савченко? Господи, распусти нас с миром. Хвала Тебе, честь и поклонение Отец и Святой Дух. Аминь. Спаси вас, Христос, дорогие мои, с Богом. Аминь. Спаси, Христос, с Богом. Аминь. Аминь. Спаси, Христос.